Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проанализировал выступление одиночниц в короткой программе на играх в Пекине и сделал несколько выводов. Он уверен, что юные звезды льда займут весь пьедестал на главных состязаниях планеты. По его мнению, 15-летняя непобедимая Камила Валиева, несмотря на психологическое состояние из-за скандала с допингом, все равно окажется лидером. Второе место уверенно займет Анна Щербакова. По словам фигуриста, эта девушка умеет собираться в самый нужный момент и показывать достойные прокаты. А Александра Трусова снова станет третьей. Все потому, что она пытается прыгнуть выше головы и выполнить те элементы, которые у нее не всегда идеально получаются. Валиева, скорее всего, золотую медаль уже не упустит. Серебро достанется Щербаковой, а бронза – Трусовой. По крайней мере, на данный момент видится именно такой расклад, заявил Плющенко. Напомним, сегодня в Пекине разыграют комплект наград в фигурном катании.